Сегодня, 23 сентября, стартовал новый 18-й сезон «Битвы экстрасенсов». Участники, желающие попасть в число тех, кто поборется за синюю руку, главный приз шоу, прошли три испытания. На заключительном этапе им пришлось угадывать, кто скрывался под маской мистера X. В этот раз героем программы стала Юлия Самойлова, которая должна была принимать участие в Евровидении в этом году. Что напугало Сафронова на съемках нового сезона «Битвы экстрасенсов»? Всю жизнь артистка прикована к инвалидному креслу из-за серьезного генетического заболевания, спинальной мышечной атрофии. Передача Юлия появилась вместе с супругом Лешей, который наблюдал за происходящим из другой комнаты. Первым испытанием проходил Александр Кинжинов, таролог. Он сразу определил, что девушка в кресле светловолосая, а также назвал ее возраст. Поведением специалиста по магическим картам за Юлю очень переживает некий мужчина, который носит очки. На этих словах певица расплакалась. По словам потенциальной участницы Евровидения, размолвка случилась на днях. Отцу Юлии не нравится ее супруг Алексей. Родственник хочет видеть рядом с наследницей надежного человека, который зарабатывал бы много денег. Кинжинов успокоил Юлию и сообщил, что в сентябре она помирится с отцом. Следующими экстрасенсами стали Жан и Дана. Они увидели, что у родни артистки есть раковые клетки. Комментировать такой прогноз певица отказалась. «Очень много правильных речей вы говорили, но я не буду ничего говорить. Вы увидели, я поняла», — заявила Юля. Константин Гицати сразу понял, что Юля не передвигается без помощи инвалидного кресла. «С такой энергетикой человек не может ходить», — отметил экстрасенс. Молодой человек работает врачом. Сильная ведьма из Португалии Марина Зуева почувствовала, как самой была на грани смерти. Юлия подтвердила, она знает, что такое состояние комы. В 5 лет девочка соскользнула в ванну и едва не захлебнулась. Второй раз маршрутка, в которой ехала девочка с родителями, перевернулась. Ее спас папа, на коленях которого я сидела. По мнению Зуевой, во время последней операции Юлия была одной ногой на том свете. Тем не менее, ведьма успокоила Самойлову, заявив, что смерть больше не будет охотиться за ней. Воспитанница Аллы Пугачевой об операции «Теперь я могу не бояться самоудушения» в конце программы Юлия поделилась тяжелыми воспоминаниями. Выяснилось, что отец много раз уходил из семьи, а мама пыталась его вернуть. Девочка всегда понимала, что папа изменяет. Несмотря на тяжелые моменты, Самойлова оказалась довольна участием в передаче, так как на многие жизненные ситуации посмотрела иначе.